24 апреля, четко в пасхальное воскресенье, нашему Тоби исполнилось 8 месяцев. И уже в 6:20 утра он причесан, красивый, сидел около двери и ждал, когда же мы пойдем праздновать. Были приглашены все его друзья, но, к сожалению, мало кто просыпается так рано. Но все равно компания утром была обеспечена. По установившейся традиции на Тоби надели намордник с утра, но вел он себя сегодня просто идеально, так что намордник был сразу снят. 24 апреля. Нашему Тоби сегодня 8 месяцев. 7 часов утра. Прогулка в нашем парке. Ну, к сожалению, намордники, потому что очень грязно. Такой парк, где вечером любят люди посидеть, пиво попить, косточки побросать разные вредные. А вообще Тоби очень достойно сегодня принимал поздравления, был весь обтискан, обласкан, а самое главное, не мешал старшим товарищам праздновать его праздник. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.